Всем привет, дорогие друзья, с вами Raul TV. Чувак, ну чё ты, я не знаю. Надо подготавливаться к просмотру видео. Давай голос его к экрану подноси. Давай, ну чё ты? Я жду тебя. Я тебя жду. Давай, давай, давай. Вот, всё. Сейчас мы проведём парочку необходимых процедур для тебя. И потом начнём выпуск. Недолго, не бойся. Все, разровняли все. Все. Вот теперь ты четкий русский пацан. С хорошей стрижкой. Всем привет, дорогие друзья. Опять же, с вами Орал ТВ. И сегодня мы, возможно, начинаем. Возможно, играем. А возможно, смотрим. На игру под названием... На самом деле, я не знаю, что это за игра такая, но проект называется Next RP. Майор AMV, или как AMV, да, все верно, ты предложил нам поиграть на проекте Next RP. Я его скачал, собственно говоря, и начинаем. Да, что еще хочу сказать по поводу своего начала, пока еще не начал. Голубая изолента написала в комментариях о том, что нет монтажа. Так вот, что я вам предлагаю. Скорее всего, я начну издалека сейчас. Я раньше играл в проекты ролиплей по GTA San Andreas. Возможно, это тоже GTA San Andreas, потому что вроде как видел иконку, то есть на этом движке же построено. Я играл на проекте Diamond Roleplay. Сапфир сервер раньше был. Там было довольно весело. И... знаете, такого сплетчика, как Букин. Он раньше играл на этом сервере тоже, и мы заходили играть только ради него, бегали как бомжи, искали его, катали, сука, по такси, блять, и прочее. Короче, хуйня такая, бла. Вот. И, собственно говоря, я знаю точно, что сюжета как такового в РП-то и нет. Но, возможно, там не было сюжета. То есть, вроде как в некоторых РП, и тут я вижу, немного все посолиднее выходит, он есть. И, короче говоря, не знаю, что я предлагаю по поводу монтажа, то есть я бы мог проходить РП, то есть играть в него, возможно, с кем-то, а возможно и один, нарезая его. То есть это такая, знаете, игра, это не то чтобы прохождение, это просто будет выходить, скорее всего, какими-то выпусками. То есть, когда будет свободное время, потому что в основном проходим игры, которые у нас на канале. Это у нас RDR 2, GTA 4 и Metro Exodus на данный момент. А нарезки, они занимают достаточно большое время, и я могу их выпускать, ну, знаете, иногда так, и изредка, и прочее. Вот играть так и выпускать их, короче. Вот, это будет внеплановый выпуск, короче, отдельный, все прочее. Либо же мы играем в эту игру один раз, просто смотрим, что это из себя представляет. Либо же прохождение. Но если типа прохождение, если тут есть сюжет, конечно, то мы будем его как плейлист, то есть он у нас уйдет. Первый выпуск у нас будет, а второй выпуск уже выйдет в конце списка игр, которые я уже записал. То есть у нас же есть там прохождение в списке. В любом случае, давайте пока поиграем, давайте просто чекнем, как у меня, собственно говоря, плейлист называется. Что у нас за гейм? Так, я вижу тут гелик какой-то. Бля, ну тут, наверное, все построено на гитахе. Так, выберите пол, женский или мужской. Нихуя себе, сразу, блядь, полетели. Так, куда-то. Так, тёлка. Парень, блядь. Нет, погоди, тёлка, кокетка, нахуй нам кокетка. Нет, я буду мужиком, в данной игре я буду мужиком, потому что... Ну, а чё хули, блядь. Кстати, на Ника очень хорошо похож. Гопник. Ебать, тут камера полетела в натуре. Гопник, блядь, чё. Ха, сразу, блядь, ментовку, что ли, угонять? Да ну нахуй. Да пацан. Блин, ну ёбан, ты видишь, силиконовая долина, блядь, перед тобой. Нахуй ты едаешь цветы, долбоёб, серьезно. Четкий, самый хороший. У него, блядь, вот это, блядь, серьезно, три темперамента человека. Либо ты, блядь, средний пацан такой, который за тёлку ухаживает, за силиконовой долиной, и будешь добиваться, ну, будешь так средне жить. Либо ты живешь как бомжи в своей тюрьме ебучей, либо ты нормальный, солидный мужчина, то бишь четкий, у которого своя машина, нет никаких телок, много денег и прочее. Вот это вот я понимаю, серьезно, вот это вот нужно. Имя. Я помню, что в ролеплеях нужно обязательно вводить имя и фамилию четко. Как раз таки вот на Diamond RP сидел,
Давайте имя у нас будет, наверное, ну не знаю, Тимофей. Почему нормальное имя, почему нет? Тимофей и фамилия Оралович. Оралович. Ну почему? Потому что Орал ТВ. Дата рождения, мистер Рандом. Ваше время настало. 31.05. 1900, нет, это слишком вот много. А где 1094? Вот такой вот код. Применить. Почему бы и нет? Охуенно. Так, что происходит вообще? Однажды в России. Нормальное начало. Воу-воу! Выбрана волна, вас куда везут? Чтобы управлять машиной, жмите в АСД. Так, новые скидки. Да, кстати, играем мы на балтийском сервере, на XRP. Ебать. П, что прочитать? Что-то резко, блядь, игра началась. Эй, босс, у нас новый завоз. О, айфончик, блядь, да нахуй мне тут айфон, я хочу себе Samsung. Нажмите М, чтобы открыть карту. Блядь, да я не прочитал нихуя еще. Так, воу, Google Maps, ебать. Куда тут карта, короче? Вот это они заморочились. Я с РП-проектами так-то скажу. Я говорю сразу, NextRP это никакая не реклама. Просто один чувачок написал мне в комментариях, майор AMV, чтобы я поиграл в него. Поэтому я сказал, что за проект такой, мы просто его для теста берем. Чё-то, блин, какой-то... Чё, блядь, происходит вообще? Куда-то босс какой-то надо ехать. Вы бы хотя познакомились тут. Чё происходит-то, блядь, с кем, чё? Радиальное меню. Это меню, с помощью которого ты можешь взаимодействовать с объектами, так и с другими игроками. Для использования выделите нужный пункт. Заведи двигатель. О, это я помню, это, блядь, я помню. У меня в машинах было. Звуки из GTA San Andreas, я вот прям помню. Вроде какая-то фура так звучит. Честно говоря. Я просто любитель GTA San Andreas, я очень много чего про нее знаю. Нажмите это, чтобы выйти из машины. Ну, блядь, Ника 2.0, ну никак не скажешь по-другому в конце-то концов, серьезно. Босс, нужны... О-о-о, русская озвучка! Бля, Майкл! Погоди, стой, босс, нужен документ товара, жми кишки, чтобы открыть инвентарь, подальше накладные администраторы. Блядь, коммуникейшн нахуй в этой, в катсцене. Так, погоди, накладные, вот. Отлично, теперь можно принимать товар. Вот, ваши деньги с продаж. Ой, спасибо, блядь, удружил нахуй в натуре, блядь, деньги-то то, что нужно, РТ-ТВ, блядь. Миллион алых роз. Из окна, видишь ты. Я же орал, я должен петь какие-то песни в конце, дорогие друзья. Так, и влюблён. Не всерьез, нажмите F, чтобы сесть в машину. А я не мог как бы подойти к ней, нажать кнопку F. Почему я должен сразу F нажимать? Я не такой простой человек, поэтому... Не, радио, вернитесь домой, чтобы поспать. Какой крутой у тебя день. Заработал миллион. Блять, вы прикиньте, серьезно, приехали такие с докладными, серьезно. Заработали лям, поехали домой, отдохнули. Все, заебомба вообще в натуре. Вообще, очень сильно напоминает прохождение. Но опять же говорю, если мы проходить, то, скорее всего, уже, наверное, позже. Потому что я говорю про РП, как я знаю, то что РП конкретно. Я выполнял разные задания, бегал как бомжи, выполнял там, жрал из помойки, ну помните. Армия Крестова, жители Балтийского округа, военной части НСК, там, блядь, да я не успел прочитать. Короче, я помню, что там именно было вот, вот это вот херобора, то что не было никаких миссий, ну то есть ты сам за себя отвечаешь, ты как бы человек свободный, как в том принципе говорю в игре. И ты играешь таким образом. О, даже первая улица. О, это же руль, короче, этого у Букина точно такой же. Если вы знаете такого летсплейщика, у Букина он прям такой же руль. Прям ебло, прям такой в воду, короче. Гелик угнали. Добро пожаловать на NextRP. Это нас, знаете, знакомит такой, ты лох, как бы, по жизни. Как бы, привет, на NextRP тебя как бы ограбят, в воду, короче, окунут с камнем, чтобы ты не всплыл. И все, и нахуй тебя, короче. Добро пожаловать на NextRP. Бля, я бы не хотел такую судьбу иметь. 3 недели спустя, 3 weeks later. Ой, фу, просто 3 weeks later. 4 FPS. Саня Альфонт. Внимание, тебя ограбила мафия, отняв у тебя все средства, оставив тебе только паспорт. Верни свое, как принадлежало тебе, восстанови справедливость, как сделать тебе это решать. Да, вот, собственно говоря, о чем я и говорил.
Свободный путь, нахуй, батя, пускает пиздюка в бассейн, чтобы тот научился плавать. Вот это, блядь, про нас. Далее. Так, возможно, варианты развития работы, которые являются основным способом заработка фракции государственной службы, которые увлекают своими возможностями и властью клана, организованную преступность. Ну, блядь, работа, интересно мне. Грузчик, подработка со второго уровня, отдел кадров, блядь. Мусорщик. Не-не-не-не-не-не-не. Погоди-ка. Ты активируй чат, Зэ активирует голосовой чат. Бомжи в деле! Это я в голосовой чат сказал. Получено великое достижение, как его... Кому бонус нужен? Реферальную ссылку введите. Могу дать код. Не-не-не, мне нахуй это не надо. Сука. Надо кому-нибудь бонус? Сука, одинаковое ебло. Вот он, вот это вот... Окей, нужен бонус? Нет, мне ничего не нужно. Вот, блядь, вот эта вот атмосфера, вот это вот бомжи, вот как я, сука, люблю, вот как будто вернулся, я играл в 2018 году, гом, там прям заходишь на этот спаун, прямо унюхнешь вот этот вот запашок, вот этот вот бомжи, которые постоянно лежат около, и качают уровень, постоянно лежат те, кто не знает про самп, то посмотрите обязательно разные игры в сампе, там вот постоянно вот эта атмосфера, вот по бомжи, я прямо, знаете, понюхаю, почую. Так, защита игроков на 1 час, чтобы взять защиту, нажмите, что за защита? Вы, вот, единственное, что меня бесит больше всего в сампе, это то, что, блядь, как его тут постоянно нихуя непонятно. Я вот только зашел, куда, блядь, идти, зачем идти, какой нахуй Александр, кто я такой, получить транспорт. Поговорите с Александром. А, получить транспорт, это вот это вот, да, надо нажать. Ты должен во фракции медики, хули медики-то, блядь, с хуя ли баня-то загорелась, какой нахуй медики вообще, как они связаны с этим-то? Ну, кстати, знаете, мне заходит дизайн. Вот я раньше играл в Diamond RP, опять же, напомню. Ну, потому что это единственный пример, с которым я могу сравнить. И там было все очень убого, как-то вот не особо красиво. Но, в принципе, тематика такая довольно же, да, тут. Вроде как игроков-то дохуя. И, как бы... вроде как все покрасивее. Не, это ни в коем случае не реклама, говорю. Тут... Как это бомж. Ну, я не знаю, просто как еще можно оправдать свое мнение, потому что многие думают, ну, хотя, какая реклама? Ну, посмотрите на мой канал, какая, блядь, реклама-то в конце-то концов. Арсений. Так, приветствую, опять же приветствую, кого там приветствую, хочу, блядь, не хочу. Так, здравствуй, ладно. Я слышал про твои проблемы. Да, грабили ладно, меня. Ладно, не будем о грустном. У меня, возможно, есть новости, которые могут тебе помочь. Угу. Но прежде тебе нужно выполнить пару задач. Забери мой мопед с ремонта. Мопед с ремонта, блять, ну это, конечно, не очень веселая работенка. Как я понял, давайте мы выполним сейчас одно задание, а потом пробежимся по меню. Пробежимся по меню и посмотрим, что у нас, блять, там есть. Потому что я знаю, что РП это нихуя не сюжетная игра. Это, блять, надо, значит, либо ебашить, либо, короче, донат нахуй покупать, чтобы бабло получить. И потом... В долгий путь, как говорится, либо во фракцию, либо в чем. Вряд ли я смогу войти во фракцию, потому что, как я слышал во многих РП, чтобы сидеть нормально во фракции, нужно этот, как его... Короче, часто быть в сети, а я не могу заходить просто тупо, потому что работаю часто. Так, сесть на мопед. Бля, нормальный мопедик. Выбрана волна, радио выключить. Да, не нужно мне никакое радио, потому что я буду... Я ваше радио, блядь. Я Рао ТВ, я буду вам говорить, что делать. Ну, кстати, быстрое задание. Деньги дадут хотя бы кинуть. Сказали, что полностью ограбили, а у нас, значит, 2500 баксов. Фига себе, полностью ограбили. 2500 баксов, это ого-го еще, блядь. Ну, зеленые же купюры, поэтому доллары как бы. Это же, блядь, можно сколько жить на эти деньги? Охуеть, его ограбили, блядь. Миллион, блядь, проебал. Ну да, ну 2500. Отлично. Считай, бомжи. А ты ведь без колес сейчас? Пока можешь забрать мой мопед. Не, чувак, я не на кучке. Блядь, пернуло, что у меня чуть перепонки не выпали. Помощь курьерам. Так, поздравляем, получили награду. 2 XP и 5 донат валюту. Донат валюта бесплатно? Ебать, спецэффекты, нахуй. Донат валюта бесплатная, это же круто. А я, как я понял, слушайте, как я понял, тут типа вообще похуй. Нон-РП, не нон-РП. Так, Арсений. Какой Арсений, блядь? Так, нам говорят что-то про работу. Выбрать эвакуация транспорта. Куда ты лезешь, сука? Чё,
ты меня гонишь? Ну да, двое брат-близнец. Так, F1, чтобы справка это в салоне. В салоне продаются отечественные произведения. Так, какой-то чё мне написал, блядь. F открыть горячие клавиши, блядь. Да понятно, сука, дай попиздеть-то, блядь. Привет, Олег. Олег, это ё-мой Тиньков, что ли? Бля, погоди, стой, я что-то нихуя не разобрался. У меня почему-то перс не ходит. Кнопка не нажимается. Подключение. Нафига подключение, короче, к серверу, если мы уже подключены. Так, ну тут быстрая загрузка карты. Чем мы разберемся? Сейчас мы совсем разберемся. Я думаю, наверное, думаете, давайте для начала, хотя не знаю, начало-то будет у нас или просто мы поиграем, давайте мы поиграем с вами на какой-нибудь работе, думаю, да? Пока на паузу поставлю, пока загрузка. Так. Ну куда, ебано, ну... Чего? Я нулевой уровень еще. Ну, ебанутый, короче. Так, ладно, давайте нажмем P и что у нас тут? Как вообще тут убирать, что? А, госуслуги, блядь. Как у меня, короче, в телефоне. Гонки, заказ спецтранспорта, вызов такси. Ну-ка, давайте-ка эвакуация транспорта. Так, погоди, стой, эвакуировать. 50 рублей. Так, погоди, я же не эвакуатор ебучий. Я же вообще просто так. Чувак, я хочу поработать. Я помню, что в этой игре можно работать. И надо как-то тут... Все, ой, биржа, блядь, еще какая-то. Вот, кстати, биржа это хорошо. Я любитель на бирже. Потом, может быть, если мы продолжим играть, посмотрим. Так, погодите, гонки. Эвакуатор транспорта. Нам нужно просто тупо заработать бабла. Где, блядь, тут работа? Ну, в конце-то концов, где, блядь, инструкция? Купите сим-карту, не купите, блядь, сим-карту. Статистика. Ну-ка, погоди-ка, горячие клавиши. Ладно, давайте пока я разберусь, а потом подключусь. Так, я здесь, я кое-что нашел, мне понравилось. Курьер Почта России, сука, блядь, вот это вообще нормально. Хуя себе близко. Нихуя не близко. Погоди, а нам можно вот на этот мотик-то залезть, да? Я думаю, да. А, как я помню... Да где? Куда все телепортируется? Как я помню, тут надо вести какой-то специальный образ жизни. Типа гонять по правилам. Проблема в том, что прав-то у меня нихуя нет. Ну, раз нет прав, могу гонять и без правил. Так, надо на интер нажимать. А чё я не сажусь? А в эту машину можно сесть? О, заебумба. Блядь, закрыто. Бомжи-то куда идти? Типа у нас даже нет никакого транспорта. Тут вообще никакой байк, видимо, нельзя взять. А почему? Вы издеваетесь, блядь. Чего? Короче, они, походу, издеваются. У меня что, пиздячий? Прямо вот так 240 метров. Вот это охуенное начало. Не, ну ладно, я сейчас дойду и вернусь. Так, добежал я до этого ебаного спавна. Проблема в том, что когда я F11 нажимаю, то сразу... Блядь, все вот эти бомжи как-то на мотиках катаются. А почему мне ничего не сказали? Так, вы заработали сегодня, доступ новой смены. Это подработка текущей. Работа курьера заключает доставки посылок по городу. На подработке зарплату платят на месте. После того, как доставил посылку, в компании та доставка осуществляется на газели. Зарплата выплачивается по возвращению на почту после перевозки. Да вы что, ебанули что ли? Для работы в компании требуется правовая категория. Да вы, блядь, чего мне делать-то? Ну-ка, а давай без прав ебанем. Ха-ха, нормально, да? Так, забери посылку, блядь. Надеюсь, не дарк посылка какая-либо. Ну и чё, блядь, где посылку-то взять? Забери посылку. А, вот она. Левый альт, чтобы забрать ее. Отвези посылку. Отвези. На чем? Мне скажите, пожалуйста, на чем отвезти посылку? Я чё, блядь, на ногах, что ли, пойду? Где тут? Ну, смотрите, тут у Надолина тоже, короче, ходит на ногах. Как? Мне, походу, байк ничем вообще не взять. То есть, как тут вообще работать-то? Это ж невозможно. Бля, я немного разочарован этим сервером. Может, все-таки просто купить сим-карту? Я просто говорю сразу, не силен я в этих проектах вообще нихуя. Я постоянно... Я раньше играл, там нам давали на старте мотики, а тут нам никакой мотик сесть нельзя. Я пробовал. Через горшки залезу. Странная херня. О, можно в натуре. Вот это хорошо. Хотя бы у нас одежда есть, мы хотя бы не по бомжи. Я чувствовал, что сразу, как только мы на сервер зайдем, будет какая-нибудь потасовка, потому что постоянно бомжи дерутся за хавчик. Но ничего. Ничего.
Бля, это пиздец, за столько много посылок доставлять. Да вы чё, без транспорта? Я что-то по-любому не так делаю. Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья. Бля, может быть зайти куда-то? Хотелось бы, конечно, выпуск сделать каким-то более крутым, но я просто тупо не знаю, каким образом это сделать. Заправка, не заправка, блядь. Дайте мне, сука, какую-нибудь машину-то. На ногах что, ехать, блядь, нельзя? Вот, байк, нахуй. Садись, блядь, уёбище, сука. Ты не можешь сесть, что ли? Не знаю вообще. Я еще помню, раньше мы играли сам, там еще надо было слэш писать какой-то. Может быть, ежедневное задание пока, выполнить? Помощь курьерам, ежедневное задание. Кого, блядь? Че, блядь, тут происходит? Вообще, объясните мне, пожалуйста. Отвези посылки. Ой, так, погоди. Копы какие-то. Че, вам плохо? Че вы падаете? Че, блядь, происходит? Я не знаю, я случайно упал, я сам не знаю, как упал. Сука, шкалота какая-то. Я все нормально. Ладно, нахуй пускай они идут. Голосуйте сразу на 5 сроков вперед. Да сука, откуда у всех байки? Ты говори, дайте мне это! Ни на один сесть нельзя. Может на этот можно сесть? Погоди-ка. Погоди, да, блядь, никуда нельзя сесть, ёпти. Как вообще тут играть-то? Чувак, это как его майор МСВ, как или как там чувак тебя звали? Как играть в эту игру? Я что-то пока вообще не вдупляю, погоди. Отлетел Ромка, кого, блядь? Вот, долбоёб стоит у... А, вот, кстати, магазин сим-карт. Альт взаимодействия. Давай-ка. Кого? Какой нахуй это, как его? Обычные номера мне нужны, да, вот. Обычный номер. Люблю этот звук. Хоть он, конечно, перепонки мои убивает, но ладно. Еще и тарифы тут есть, знаете, придется платить, наверное, знаете, за сим-карту, за тариф, который реальный, еще и за сим-карту, которая здесь. Добавь контакты. Видимо, пока курьер на подработке не можем выполнить, потому что... А, добавь контакты трех людей. А кого я добавлю? У меня тут вообще никого нет. Так, посети верфь. Покрути колесо фортуны. Ежедневное задание успею... Где, блядь, это колесо? Блядь, как все сложно-то. Где взять машину? Где все вот это вот сделать? Я буду просто как бомж развозить посылки в этой серии? Серьезно? Не, не может быть такого. Не может быть такого. Либо я долбоеб, либо лыжи реально не едут. Тут столько много значков на дороге, но не может быть, что... короче говоря, тут на ногах надо передвигаться. Как мотик-то взять, блядь, скажите? Если тап нажать, тут нихуя нет. Тап плюс Е, танцы какие-то. Он даже ни одного танца не знает, сука. Даже в Fortnite, когда этот, мы начинаем играть, дается история, как, ну, это не история, как ее. Забыл, как она называется. Короче, стандартный танец, а тут ничего не дали. Так, добавить контакт. Кого мне реально можно добавить? И как это делается? Вот я говорю, в этом весь РП, пацаны. То есть, нихуя непонятно. Вот сейчас тоже понятно скажу, то, что это точно не реклама. Нихуя непонятно. Чувак, который мне это предложил, я вообще в этом не силен, но снимаю только ради тебя. Скажи мне, пожалуйста, как действовать дальше. Так, ну давайте еще. Тут еще посылочка одна. Ну, тут две осталось. Давайте, я думаю, наверное, мы сейчас разнесем все посылки. Их быстренько так закидаем. И все. Но вообще курьер так-то не доставляет посылки. Он выдает хуйни такие, знаете, бумажки, которые типа на получение. Ну, я думаю, у нас пока нет денег, нам в любом случае наверное, надо работать. Вообще, я не думал, что так жестко, что, блядь, посылки надо будет на ногах, короче, тащить. В городе. Это пиздец прям конкретный. Это прям конкретный пиздец. Справка не... Да какая нахуй недвижимость? Я бомж! Бомж! Какая нахуй недвижимость? О чем вы говорите? Игра со мной, походу, на разных языках разговаривает. Я же бомжи! Какая нахуй недвижимость? О чем? Что за справка-то, блядь? Антон Ляхов. Так, ну-ка, вот тут вот что-то... Так, доставил посылку и осталась последняя. Осталась, сука, последняя. Так, блатной, Ромка Блатной был заключен в тюрьму. Понятно, тут свои новости.
Фу, давайте я добегу, наверное, скорее всего, и потом уже вернусь. Знаете, пока я бежал, я подумал то, что наверняка, когда чувак зарегистрировался на данном сервере, ему нужно показать всю динамику данного сервера. А тут, наоборот, как-то, знаете, скучновато становится. Я, знаете, я всегда по-честному все говорю. А так как оно есть, я скажу то, что вот Самп, когда я играл в Самп на демо-интерпе, то есть Самп это мультиплеер GTA San Andreas, была, например, такая ситуация, и, наверное, поэтому я туда ушел. Было довольно скучновато, потому что каждый раз пришлось бежать такую длинную территорию. Опа, еще какой-то мопед. Приходилось такую длинную территорию бежать, и нихуя не получалось. Я даже не знаю, как вызвать такси. А хотя, погоди, знаю, как вызвать такси. У нас же в телефоне оно есть, да? Но это невыгодно будет, наверное, да, его вызывать, мы же работаем. Может, байк можно взять? Ну, в натуре. Ну, чё, блядь, ты не можешь взять? У тебя чё, руки, что ли, отхлипли? Ну, какого хуя-то? Ну, не может быть такого. Это же, блядь, игрушка РП. Вот я вот не понимаю вот это вот. А, это же ролиплей. Ролиплей чего? Реальной жизни. Real life. Ну, ролиплей реальной жизни. У нас реальная жизнь, и мы ничего не можем спиздить. Байк, вы сами говорили, стань кем хочешь, сука. Стань кем хочешь. Я хочу стать, воровать вот эти байки. Я не могу сесть на байк. Ну, в конце-то концов, серьезно. Вот это меня напрягает немного. Как вот мне приходится бежать тупо нахуй на свою почту ебаную, с которой я работал, не знаю, два раза и особо ничего не заработал. И все. Ежедневную награду получили. Ежедневную награду. Так, погоди, уведомление-то как прочитать? Опять же, я забыл. Я на сейчас по-любому кто-то такой думает, ну, блядь, еблан, там надо было так вот сделать, а там так. Ну, чувак, я серьезно, я не знаю просто, как это делается. Я вижу тут много ящичков с золотом, это, наверное, банки. Сука, банков понакупляли, блядь, сука. Справа Сбербанк, слева Тинькофф, потом вон ВТБ рядом стоит. Надо как-то поаккуратнее с этим. А то воруют, потом еще кредит дадут. О, прям реально русский ларек. Ничего не сравнивая, о-о-о. Знаете, вот эта русская атмосфера, вот эти площадки, на которые... Еще, знаете, гопников не хватает. Надо было гопник взять, ему тогда идеально слились бы с этой площадкой. Знаете, такой город немного пустоватый, конечно, но вроде как прикольно сделанный. Мне нравится то, что в GTA San Andreas вот этого не было. И тут, так, ты сверху заработаешь 1000 рублей плюс 300 рублей. О! Погоди, все? А, нет, осталось вернуться на почту. Ну, блядь, ну это хотя бы недалеко. А пока, я думаю, скорее всего, я хочу вас, дорогие друзья, спросить, так как вообще мы будем с вами поступать? То есть мы будем либо делать по этой игре нарезки, но мне, я думаю, обязательно нужен кто-то, потому что я один, скорее всего, не разберусь, но я могу делать нарезки, потому что буду вырезать вот эти вот на моменты, когда я бегу просто тупо. Я стреляю только самые кайфовые, но только вот в этой игре, только в многополиске получается. Либо же мы, типа, просто проверим. Ну, в общем, это пока вам решать. Сейчас возвращаюсь на почту. Пишите обязательно в комментариях ваше мнение, как поступать с этой игрой. Интересна ли она вам, потому что ее предложил... как его... Майор МДВ, или как его там? Вроде как, да. Так, ну ладно, мы возвращаемся. Ну что, бабки дадут? Бабки, 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 деньги, деньги, деньги. Сука, вот где ты, блядь, байк взял? У меня второй уровень, я тоже хочу байк. Штраф какие-то. Повреждение чего, блядь, повреждение-то я не понимаю. 20%. Мои личные тачки? Вы не охуели, что ли? Или это мне дали, да, вот этот вот? Ну ладно. Я думаю, мы пора закончить. Мы так посмотрели чуть-чуть, узнали. Будем ли мы играть дальше, обязательно пишите в комментариях, либо же просто так чекнем. Выпуск получился не очень, но пока что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В будущем будут новые серии, скорее всего, по играм. Оставайтесь на канале, поработали немного так почтовиком, немного я вспомнил такой бомж-стайл, ну это для меня чисто ностальгия.
Подписывайтесь, ставьте лайки, также комментируйте видео. Всем хочу пожелать до скорого, всем пока.